Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. И последняя, пятая капля по поводу периода влияния. Начиная с 22 лет, начинается такой большой период, огромный период влияния культуры, влияния общества, влияния давлеющего мировоззрения. Почему? Потому что человек вступает в период успеха, в период, когда он начинает стремиться к достижению каких-то результатов. И для того, чтобы правильно и хорошо, и, что немаловажно, успешно сыграть в эту игру, необходимо не просто знать правила этой игры, но и играть по этим правилам. И люди, которые не готовы быть христианами по-настоящему, то есть плыть против течения, они начинают играть в эти правила, и эти правила затягивают их. И потихонечку это формирует их мир. Это настолько мощное влияние, что недооценивать его просто нельзя. Мы должны продолжать верить в наших детей в этот период. Мы должны продолжать молиться за них. Мы должны продолжать думать о них, поддерживать их и иногда давать им определенные советы. Но, к большому сожалению, в это время, что бы то ни было изменить, мы уже практически не можем. Все, что нам остается, это полагаться на Бога и ожидать, что их ошибки, они не будут фатальными.